Неугомонному корги-отряду Маруся и друзья для встречи особый повод не нужен. Достаточно поста в популярной соцсети, чтобы на территорию муниципального центра гражданской защиты с разных концов Москвы и области приехали добровольцы и их ушастые питомцы. Благодаря невероятной активности хозяев в медиапространстве о щелковских спасателях знают за пределами Подмосковья. Наш корги-отряд – это сила. Мы рассказываем о тех людях, которые реально там рискуют своей жизнью. Они в шутку приветствуют друг друга по званиям. Сергей Кельин, сержант в запасе, много лет служил в структурах МЧС, а его питомец Бильбо – старшина корги-отряда. Чтобы такое сразу большое количество красивых рыжих корги, прямо вот такое рыжее море. Девочек мы строим точно, а еще мы участвуем всегда во всех конкурсах. Мы едем сюда, мы ждем, едем сюда. Смотрите, какое настроение. У корги-отряда есть подопечные, семьи, которые столкнулись с трудноразрешимыми проблемами. А когда есть надежные друзья, спасатели, пережить невзгоды легче. Я очень любил собак, поэтому мы решили зайти и посмотреть. Спросили, а где тут Маруська? Спросили, а хотите с нами быть в корги-отряде? Мы согласились, и теперь мы вместе дружим уже 2 года. Каждый раз ездим в разные места, и это мне очень нравится. Конечно, морально мне очень помогает Леонид Юрьевич и его отряд, потому что это такие сплоченные люди, которые вот реально в такое тяжелое, скажем, время как-то дают такой душевный подъем нам всем. И это очень ценно. Это дороже любых денег. База спасателей в Щелковском парке культуры и отдыха стала территорией СССР, самых сердечных спасателей России. Здесь несут дежурство 12 водителей, 26 спасателей. 5 носят почетное звание «Заслуженный спасатель». Те, кто заступил в этот день на службу, наблюдали, с каким увлечением и выдумкой корги-дело организовали встречу друзей. Корги-дело готовились к этому мероприятию. Разогрели вот такой замечательный спузатый самовар. Здесь есть все. И коржи, и пироги с начинкой, и ватрушки, которые обязательно можно попробовать. Действительно, очень вкусно. Мы должны выбрать, что самое лучшее. Но самое лучшее, наверное, это то, что они так к нам относятся и сюда приезжают. Кроме пышного сладкого стола, можно было попробовать наваристый суп из тыквы. Традиционно состоялись шумный корги-забег и фотосессии на фоне осенних аппликаций и ярких тыков. Ради этого корги-дело преодолевает расстояние, чтобы оказаться в Щелкове. Это сообщество людей, которым не все равно. Люди, которые приезжают нам вообще непонятно откуда, с разных регионов, но они одержимы одной общей идеей – быть в хорошем настроении. В корги-отряде состоят около 600 добровольцев из 24 регионов страны. Чтобы знать друг друга в лицо, общественники создают сайт, где опубликуют фотографии и истории, в которых участвовали они и их рыжие питомцы. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.